дни ночи напролет, сердце матери о детях вопьет, что была над каждым Господа рука, материнская дорога нелегка. Она хочет видеть всех своих детей среди множества спасенных у дверей, чтобы Бог пред ними небо отворил, кто и вечность через Сына подарил. Но для этого так много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Будет он спасение в доме совершать, непокорных сердцем будет усмирять, знает, как идти к любому подойти, достучаться, как чтоб каждого спасти. Но для этого так много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Без ответа не останется мольба. Всех детей ее у Господа судьба. Он на тланях имена их записал, на Голгофе жизнь вечную им дал. Бог не хочет погубить ни одного, но спасти желает всех до одного. Пусть молитвы материнские текут, о, как ценен перед Богом ее труд. Но для этого